Сотрудники ФСБ Крыма, полиции и Следственного комитета задержали жителя Раздольнинского района за подозрение в незаконной добыче русского осетра и икры этого ценного вида рыбы. Необходимо упомянуть, что русский осетр занесен в Красную книгу России. В ходе спецоперации оперативники обнаружили в багажнике злоумышленника банки с икрой, подготовленной к продаже. Кроме того, подозреваемый попытался дать взятку, чтобы избежать ответственности. Правоохранительным органам удалось зафиксировать сразу несколько подобных эпизодов, где фигурировал злоумышленник. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Организованы неотложные следственные действия, проведены обыски по местам жительства организатора и соучастников преступной группы, база возможного хранения рыбы и икры, изъяты сети и другие объекты, которые представляют интерес для следствия. В настоящее время устанавливаются иные личности на причастность к данной преступной схеме.